Добрый день, друзья и коллеги. С вами Наталья Луната и наша традиционная минутка встречи, наша минутка о войлоке. Начинается лето, и самое время поговорить о летнем войлоке. Сейчас я хочу вам только напомнить некоторые основные направления, да, развития летнего войлока. Что интереснее всего летом валять, что, как правило, более востребовано, и это уже проверенные рецепты. Конечно, хороши разнообразные летние топы. Летние топы либо в ажурных техниках, либо в технике сэндвич, как бы кто-то ни говорил, что там это жарко или не жарко. Нет, если правильно сделан шелковый или хлопковый сэндвич, либо микс тонкого батиста, допустим, с шелком, и там, где шерсть выступает только связующим звеном, причем очень тонкая раскладка шерсти или фрагментарная раскладка шерсти, в таких вещах совершенно не жарко. Недаром на Востоке носят вот эти вот стеганые халаты, многослойную одежду. Текстильный сэндвич позволяет сохранить естественную комфортную температуру тела. Это физика. Никуда от этого не денешься, и это правильно. То есть войлоки мы это хорошо можем использовать. Что хорошо, войлок можно сшивать, комбинировать с кружевом, с тонкими тканями. Можно не просто, да, наваливать шерсть на пусть тонкую, пусть нежную, но на ткани. Можно сшивать, и не надо этого бояться. Комбинирование такого рода, оно летом для войлока очень актуально, и оно позволяет создавать одежду повышенной комфортности. Что еще летом хорошо? Ну, конечно, разнообразные тонкие, легкие, летящие палантины. Это могут быть либо палантины с нанесением войлочного рисунка, да, с нуно-войлочными фрагментами, либо это может быть нуно-войлочная паутинка, то есть совсем тонкая, совсем легкая и не полностью шерстяная. Летние платья, сарафаны, особенно те, где совмещаются фрагменты нуно-войлока с текстилем. То есть не полностью вещь там, да, от шеи до пят сделана войлочная, не полностью она шерстяная, а большие вставки текстильные, дошитые какие-то юбки, воланы, рукава, дошитые из тонкой ткани. Опять-таки, не надо бояться все это комбинировать, собирать вместе и сшивать. Тогда это действительно вещи будут объемные, красивые, хорошие. Итак, я желаю вам удачных, интересных войлочных экспериментов, хорошей погоды, возможности этот войлок поносить летом, вот, хороших заказчиков, отличного настроения и до новых встреч!